Доброе утро, страна. Давайте по традиции перед школой открываем. Полусонные. Ничего не соображаем, но открываем. Три. Давай, три. Ух ты! Что это? Это что-то... Ой, это значок. Круто. Давай прицепим. Ага. Давай. Вот сюда. А мне что-то надеть. Какой номер? Вот. Мам, все. Какой номер? Три? У тебя номер три, да. Открывай. Ух ты! Наконец-то. Ну его быстро собрать. Да, конечно. Я сам собираю так много. Да, ну собирай. Давай, убирай. Где она? А? Где она? Вон тут. Да. У него даже шлем есть отдельный. Круто. Такой шлем. Все, собрал. Как его зовут? Не знаю. Не знаешь? Такой вот человечек. Ну. Собираемся. Завтракаем, чистим зубки. И школу. И в школу. И еще рано. Ко мне тут с утра приехала посылка, которая немножко тоже задержалась почему-то. Это я заказывала бабуле. Просила она такие тапочки. Что у нас тут еще? Ага. Вот, я себе заказала адвент-календарь. Но он с косметикой. И на 12 дней. Не 24 дня, а 12. Я буду начинать открывать с 12 числа. Еще заказала палетки. Смотрите, какой у него упаковочки интересные. Эльф. Придется порвать. Вот здесь целых, по-моему, 4 даже. 4 палетки внутри. Вот. Она вот так открывается. Ну, такой цвет. Ой, ну конечно, надо же залезть. Такие вот. Вот. Очень мне понравилась упаковочка, что тут сразу 4 палетки. Очень интересная упаковка. Санта, о май гад, I know him. Вот. Здесь сразу кисточка уже видно, что номер один здесь кисточка. Ждем немножко до 12 числа. Будем открывать. Что-то я икаю. Давай, открывай. Тройка, вот. Давай опять запустим в шкаф. Ой. Ну да. Только тут будет киндер-сюрприз такой. Мама! Киндер-сюрприз? С Мартис, что у них есть, да, киндер-сюрприз? А я просто как яйцо. А где мой календарь игру? Вот здесь третий вот. Тут там есть такое яйцо. Ну, мама, я не буду их открывать. Вот. Так ты уже пол календаря. Он хитрый, он открыл пол календаря. Вот. Он, главное, все окошки, ну не все, половина точно. Вот так просто приоткрыл, ничего не достал, но он приоткрыл. Посмотреть, что там за фигурки. Так неинтересно же, Макс. Я хотел посмотреть. Да, что ты говоришь? Нужно каждый день. У меня пингвин попался. Для этого и есть календарь, каждый день открывать новое. Мне пришел календарь с косметикой. Только я буду ждать. Буду ждать до 12 числа. Где? Она вон кушает, наконец-то. У нее был протест, у нее забастовка была. Она не кушала ничего. А у нас же закончился этот календарь? Мокрый корм, она ничего не ела. Мам, давай, открывай, посмотрим, какая фигурка. Номер 3. А я завтра у меня 4 открыть. У меня. А, ты же сегодня открыл уже? А 4 не открыл. Мам, а я 4 не открыл. Завтра откроешь. Ай, зубы. Какой работник. А куда ты ставишь все фигурки? Они там стоят. А вон одна стоит. Да, папа туда поставил. Это собачка эта. Ты же с фильма смотрела этот? Какой? Вот с этими. Я не смотрела. Ой, вот этот фильм. Ты смотрела вот с этой чуть-чуть. Да? Это. Ты же смотрела, мы вместе смотрели, там была такая собака. Прикольно. Мам, и моя конфетка открыть. Хэллоуин. О, еще притопали. Открыть.
Так, разувайся, разувайся. Give my the best. Разувайся сначала. Мужчина номер три. Ты не знаешь номер три? Каролина, иди открывай. Это Марс. Шоколадка Марс. Номер три. Тут. Пальцем можно сломать, да? Иногда так сложно открывается. О, конфетка. Какая конфетка. На. Ой, я ее раздавила нечаянно. Я ее на нее нажала. Это тоже линк-календарь. Да. Она с начинкой из белой. Дай мне половинку. Да. Спасибо. Так, все, кушаем супчик. Его нос Кирби с Хэллоуин. Вчера у нас еще остался супчик с фрикадельками. А на вечер я приготовлю, скорее всего, пельмени. Да? Пельмени сделать? Больно-ка. Пельмени будешь? Пельмени будешь? Буду пельмени готовить сегодня. На вечер только. Сейчас. Нет. Сейчас вы... Сегодня не буду дома. Всегда, когда ты не дома, ты... А во сколько ты уйдешь? А мы на каток поедем. Не с тобой. Ты же уйдешь. Нет, я на Урус пошу, если я на самом деле. Ишь, какая. Ты же на каток? Но я хотела поехать в торговый центр. Я хотела поехать в торговый центр. И заодно, как бы, можем покататься. Я кое-что хотела купить. Я могу. Вы тогда пойдете за покупками. Да, а ты пока будешь кататься. Мама, убери кошку, пожалуйста. Фёна, Фёнка, нельзя так делать. На, Фёнку. Ты помыла руки? Да. Нет, не обманывай. Я не слышала. Да. Иди мой руки. Быстро. Бонки, так, надо. Календарик открываем. Вот. Бонни, какую цифру ищи? Бонни, где? Уже... Ищи. Ищи. Давай, открывай. Открывай, Бонни. Открывай. Ну, открывай. Ай! Что там? Это какое-то другое. Ой, это что такое? Надо, не надо. Сейчас, а кто? Не надо. Вот это. Бананы? Ага. Да, не это надо. Бананы. Бананы, собаки? Зачем бананы? С чем-то это еще? Сушен, с каким-то мясом, Максим, что ли? Сушеный банан. Троечка. Сережки, наверное, дети. Да, сережки. Ух ты. Боже мой. Красивые. И кошка. Ух ты. Угу. Смотри, какие скуки стали. И тебе надо сюда. Она думает, ей это сейчас вкусняшку дадут. Она все время мне на стол залазила, в нее на клавиатуру. Ты съел свою конфетку. Почему? Ты же пополам с ней не поделился? Нет, ты сам съел. Я тебе вчера уже дала. Мама, есть такой тиктокер. Да, у него есть очень много календариков, это 10. Угу. Он каждый день открывается. Птица. Да, точно. Это пингвин. Да, пингвин. Да, вот он. Пингвинчик. А, смотри, тут там колесо. Угу. Ну, ты говорю, так вот толкаешь, он едет, ты должен сбить вот это. Подожди. Нет, просто ты должна толкать сама. Так, сейчас 3 часа, в 5 часов приедет Лео. Нам нужно поужинать и поедем на каток. В прошлый раз мы поехали поздно, катались всего лишь час. В этот раз хотим поехать пораньше, чтобы накататься. И надеюсь, столько народу уже не будет. Ксюша тоже хочет поехать, я не знаю, будет она кататься или нет. Как всегда, она приедет. И когда возле нее начинают кататься быстро, то ей страшно. В общем, поэтому она не любит, когда слишком много народу. Вот. В этот раз, если будет поменьше, то она будет кататься. Нельзя драться. Нельзя. Вон. Сидят двое. Все, буду делать тесто. Будем делать тесто. Быстренько сейчас нужно замесить. Тесто. Сыплю. Сварила же суп с фрикадельками. Такое вкусное мясо получилось. Оно такое мягкое, такое нежное. Поэтому я хочу сделать пельмешки. Будет очень вкусно. Вообще уже нужно, наверное, составлять меню на Рождество и на Новый год. Потому что мы отмечаем Рождество. Наш папа, он католик. Поэтому мы 24-го отмечаем Рождество. Где? Я же знаю, я же сохраняла. Придется заварное тесто на пельмени. Нашла я рецепт в Ютубе. И сейчас буду делать кипяток
Кипяток у меня уже есть, мука есть и растительное масло. Одно тесто. Связанное состояние, тесто станет еще более мягким. Такое вот тесто, оно очень быстро замешивается. Теперь я его оставлю немножко полежать. Да откуда я знаю, Маргарита? Не знаю. Маргарита еще не пришла. Перекручу лучок до фарша. Будешь помогать? Да. Только плакать будешь от лука. Налепили вон сколько. Надеюсь, нам хватит. Я не знаю, сколько штук, я не считала. Но я буду варить все. Готовы? Мясо готово, ну. Теста нет? Чуть-чуть сырое. Пару минуточек. У тебя уже геометрия есть? Я уже в пятом была. Угу. Приятного. Мама, можешь мне дать пельмени? Бери. Тавинка? Вкусно? Я устала. У меня шея болит. Ой, у нас налепишь пельмени и все. Со сметанкой. Маргарита не поедет на каток. Мы поедем сами. Сначала зайдем в торговый центр, а потом кататься. Пойдет окей. Levantó la cabeza y se vino para acá. Y vino se como no lo... Опять красная. У тебя вчера такая была, да? Да, была такая. Как окошечко. Otro té? Christmas té. Рождественский чай, бланк какой-то. Цветочками что ли какими-то пахнет. Рождеством пахнет. Поехали. Рассаживаемся по местам. Чакаро. Не будешь кататься, больше не мы больше тебя не возьмем. Вовремя мы пришли, да? Елочку зажгли, она не всегда горит. Да. Под музыку. Красиво? В общем, мне нужно либо золотые, либо белые. Потому что у нас в золотом цвете, да, все? Такая вот стоит 2,99 евро. Нет, франки, вот.
почему-то цена в евро и в франках. Вот 3,95. Они стеклянные, а? И что за забей, тут везде будет валяться. Нет, это вот тоже красивое. Вот эти стеклянные, я боюсь вообще стеклянные брать. Вот это мне тоже понравилось. Взять. Хочешь донатс? Крутой. А где моя кружечка, которую я хотела? С пингвинчиком. Это не то. Больше нету. Там с пингвинчиком была кружка. Нету больше, мам. Скалка с рисунком. Чтобы печенье катать. Санта-Клаус. Это маленькая. Угу. И вот пингвинчик. Мам, это за 7. Угу. Такая вот еще с кофточкой. Тут купила? Да. Так, все, мы спускаемся на первый этаж, на парковку. Одеваемся, переодеваемся, одеваем штаны теплые, костюмы и идем кататься час. Все забито, все занято, парковка. Я тебя поснимаю немножко. Ксюша катается! Ура! Мама, это такие странные. Так, где Каролина с Максом? Поехали! Поехали! Давай, давай, поехали! Давай, толкай его! Народу сегодня не так много! Поехали! Ну что, вернулись мы домой, накатались. Давай посмотрим, смотрите, покажем, что мы сегодня купили. У меня есть вот, смотрите. Вот я на это знала, я на обувь спросила еще. Не знаю, зачем я себе... Вот такой вот снеговичок на олене. Деревянная игрушка. Угу. Вот такой вот Санта-Клаус. Этот почему-то дешевле, почему-то, хотя они одного размера. Почему он дешевле? 1,95. Потому что здесь блестки, а тут нет. Угу. Дальше. Так, вот такой мишка блестящий. Пластик. Не пластик, стекло? Да. И вот такой единорог с крыльями. А тут везде блестки. Вот здесь блесток много. Тут тоже, мам, единорог. Вот это вот классно. Это вообще офигенно. Мне очень понравился донатс. Один вот такой вот еще симпатичный. Давай. Вот такой. Олень. О, шишка. Шишка с блестками. Сова. Там солнышко. Снежинка. Эти два. Кстати, осторожно. 7. Это самая дорогая, да, была? Да. Сколько она стоила? Не знаю. 7,95. За 8. А это мне. Вот. Это ты себе выбрала? Да, я пошевелила вот так. Ой, как круто. Еще Каролина себе выбрала вот такой меховой. Куда ты его повесишь? На елку? Да. Ты еще? Ничего, все, больше ничего. Пусто. Купили сейчас. Еще циркуль такой, Ксюша. И это. Тебе повезло, что зеленый был. Угу. Он хороший. Сложно он так шевелится. Тут можно крутить, но быстрее вот так делать. Ну да. Можно так? Да. Он не расшатается потом? Нет. Угу. Это вот эта штука, кто-то крутится. А, эти понятно. Два мои. Мама, красивая снежинка. Можно это на комнату? Теперь мне нужно убрать эти игрушки, чтобы их никто... Не разбил, наверное, обратно в коробку уберу. Кстати, не рассказала же, я упала на льду. Мы с ней ехали, и ко мне навстречу ехала девочка. Едут все по кругу, а девочка эта ехала, получается, к нам навстречу.
Я вижу, что она едет в мою сторону. И мы, в общем, не смогли разъехаться. Я налево, Эна налево. Я направо, Эна направо. И, в общем, у нас не было времени, чтобы разъехаться. И я начала тормозить, потому что я боялась в нее врезаться. Я не умею тормозить на коньках. И, в общем, я, знаете, начала вот так вот ногами вот так вот делать, знаете, как вот пытаешься остановиться, и, в общем, ногами перебирать так начала, и упала на спину, и Ксюша на мои ноги упала. Упала я прям на вот эту вот часть. Именно вот здесь вот у меня болит. Но до конца выпрямить я не могу. Вот я выпрямляю, и мне вот больно, я до конца не могу выпрямить. Буду надеяться, что это просто ушиб, потому что мне это правая рука. Если что, похожу так несколько дней. Потому что даже если это ушиб, он, конечно же, будет болеть, это нормально. Рукой я, в принципе, могу шевелить, просто я до конца ее выпрямить не могу. Ну, естественно, у меня здесь болит. Уронила вазу с этим, с вот этим. Чё ты туда лазишь, а? Кошки же, они любят везде лазить, везде вот им надо свой нос сунуть, залезть на полки, где повыше, где побольше всего, и уронить что-то. Стоял графин. Как он не разбился, это вообще. Конечно, это хорошее качество. Икеа, между прочим. Ничего не лопнуло, не треснуло. Замечательно. Играла с этим цветком, тоже его чуть не уронила. Ну ты хулиганишь. Это что такое? Ты что делаешь, а? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Нельзя так делать. Нельзя. Фиона, ты мелкое хулиганье. Надеюсь, в это воскресенье мы уже нарядим елочку. Уже прям хочется, уже настроение, знаете, такое праздничное. Хочется уже все такого нарядного, новогоднего. Вот еще кружечку взяла, забыла показать. На локоть поставила руку, больно. Я уже давно на нее нацелилась. Думала покупать, не покупать. Каролина, 12 часов ночи. Да. Телефон папе. Маргарита ушла к подружке сегодня с ночевкой. Завтра придет. Ксюша спит, Макс спит, одна сидит. Все, ребят, буду заканчивать на этом влог. Я сейчас буду монтировать, потому что завтра я не успею. Утром у нас очень много дел. И завтра я хочу поехать за стульями, за новыми. Надеюсь, они там еще есть и со скидкой. Вот, так что всем пока и увидимся в следующем влоге.